Ребята, всем привет! Сегодня будет очень необычное, интересное видео. Покажу вам, как зарабатывать на деньгах. Покажу вам, как находить редкие купюры и на этом зарабатывать. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Смотрите, у меня здесь есть коробочка Dior. Как вы думаете, что здесь, духи? Нет, здесь не духи. Это мой неприкасаемый запас. Давайте немного пользы. Смотрите, у меня есть 4 корзины. Я распределяю деньги по 4 корзинам. Это мой неприкасаемый запас. Ну, взял такую коробку, потому что она идеально подходит для денег. Вот, здесь у меня деньги. Вот такая вот котлетка. Здесь где-то 7000 долларов. Я нахожу редкие купюры и складываю их в эту корзину, меняю, вернее. Достаю обычные и складываю сюда редкие купюры. Что это за корзина? Мой неприкасаемый запас. Я пополняю эту корзину, можно сказать, с 16-го года, да, с 16-го года. И никогда я эти деньги не потрачу, никогда за все время я с этой корзины не тратил деньги. Так что советую вам завести такую корзину. Переходим к третьей корзине. Третья корзина – это инвестиции. Она составляет где-то, наверное, ну, 70 или 60% от моего заработка. Это те деньги, которые я могу потратить на инвестиции. Там на какие-то проекты, на недвижимость. Вторая корзина. Вторая корзина – это путешествия. Путешествия, новые какие-то покупки. Вот роликсы я могу купить со второй корзины. Можем полететь куда-то отдохнуть. Она там составляет, не знаю, 10-20%. И остальное это первая корзина. Это те деньги, которые я трачу на еду, там, на коммуналку. То есть распределяйте деньги по корзинам. Это настолько просто. Жалко вот, что этому не учат в школе. И у вас не будет проблем, да, с тем, откуда взять деньги там на новые шмотки, откуда взять деньги на новый iPhone. Понятное дело, что чем выше заработки, тем больше денег я могу, например, потратить на инвестиции. Да, когда у меня, например, были заработки 1000 долларов в месяц, я там на еду тратил, не знаю, ну, условно, 300 долларов, да? Ну вот, к примеру, когда у вас будут заработки 100 тысяч долларов, вы же не будете тратить 30 тысяч долларов на еду, не будете. Вы будете тратить на еду, да, больше, например, там, 1000-2 максимум. Я вот сейчас трачу на еду, наша семья тратит на еду, получается, до 1000 долларов. Потому что, ну что можно такого покупать, да, чтобы кушать там на 5000 долларов, то в каких-то ресторанах нужно супер дорогих питаться. И вот эта корзина, это мой неприкасаемый запас. Это чисто деньги для меня, для души. Отсюда я деньги никогда не буду тратить. Если вы отсюда никогда не будете тратить деньги, у вас будут всегда деньги. Ну, элементарно, да? Вы не тратите деньги, у вас всегда есть деньги. Здесь я собираю какие-то деньги, коллекционирую, потому что я стараюсь к деньгам относиться хорошо, на позитиве. Я люблю деньги. А если вы относитесь к деньгам как к чему-то плохому, для вас деньги, к примеру, это зло, деньги от вас будут убегать. Нужно полюбить деньги. Так что сейчас давайте покажу вам, как зарабатывать на деньгах. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы вам показать, какие номера считаются самыми редкими. Итак, смотрите, самые редкие номера – это самые низкие номера. Вот, от 1 до 100. Вот, ребята, если вам попадется такой номер, вы такую купюру можете продать за 15 тысяч долларов, за 10 тысяч долларов, да? Но, конечно же, такие купюры попадаются, ну, очень редко. Банкиры за этим следят и могут подменить такую купюру. Это самые редкие номера. Дальше идет массив, например, все тройки, все двойки. Потом идет лесенка. Да, видите, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7. Потом идет радар, 43, 78, 87, 34, зеркальное отображение. Потом идут повторы, 82, 11, 82, 11, к примеру. Затем идут так называемые случайные числа. Это число пи и даты. Вот, 07, 04, 1776 года. Ну, и после всего этого идут купюры со звездочкой. Вот такие вот купюры.
Я смотрел, ребята, в интернете, такие купюры продают за $101, $102 максимум. Я смотрел, такую купюру можно продать за $103. Итак, погнали проверять наши деньги. Так, здесь смотрите, у нас мог бы быть радар. Ребята, очень тяжело такие купюры находить. Вот, 25-54, 45-53. Вот если бы здесь была двойка, был бы у нас радар. Дальше у нас идут купюры со звездочками. Я просто, ребята, их собираю. Просто мне нравятся купюры со звездочками. Вот, видите, да? Здесь звездочка, здесь звездочка. Вот здесь, видите, мог бы быть год. 1999-го была бы прикольная купюра, но здесь у нас 86 стоит. Это со звездочками. Так, это у нас старые купюры, их перестали выпускать в 93-м году. Обменники такие купюры не принимают, но я эти купюры собираю, потому что я вообще считаю, что через 10 лет бумажные деньги исчезнут, и такие купюры будут цениться. Я, знаете, хочу собрать доску со старых купюр, там метр на метр, к примеру. Поэтому я их и собираю. Но банки и обменники эти купюры не принимают. Так, идем дальше. Вот, смотрите, попался у меня год. 15.09.1900 года. Дальше, 26.08.1719 года. Ребят, это все добавляет интерес. Вот смотрите, здесь, ну, просто купюра со звездочкой, но здесь 3 нуля. Я редко нахожу с 3 нулями, с 4 нулями. Что уже говорить, да, чтобы здесь были все нули. Так, это у нас просто идут купюры со звездочкой. Ну вот здесь, смотрите, да, могло быть что-то хорошее, но ничего хорошего не получилось. Но номер интересный, и я эту купюру отложил. 14.07, здесь у нас год, 1788. Такая же ситуация, да? Просто интересные цифры, я тоже эту купюру отложил. Так, что у нас здесь? Здесь у нас мог бы быть радар. Здесь или пятерку, или четверку. Это просто интересная купюра, да, только две цифры. Мне такие редко попадаются, поэтому я ее тоже отложил. 87, 87, 86. Ну, здесь тоже ничего нет. Видите, не так-то просто найти. Здесь мне просто понравилось, потому что 4 девятки. Так, здесь у нас думал год. Это просто купюра со звездочкой. Не везет мне, видите, здесь на радар. Здесь звездочка. Видите, такие купюры часто попадаются, да, когда 2 одинаковые и здесь 4 одинаковые. Это звездочка. Здесь было бы прикольно, да, если бы были все 17-ки. 17, 17, 17. 17. Это звездочки. Здесь 71. Вот здесь мог бы быть повтор. 44-54, 44-54. Но здесь двоечка. Так что, ребята, не так-то просто находить такие купюры. Но это очень интересно, да? Потому что я вам говорил, что деньги — это хорошо. Многие говорят, что деньги — это не хорошо и не плохо. А я говорю, что деньги — это хорошо. И чтобы повысить к этим деньгам интерес, можно вот придумать для себя такое занятие — смотреть на номера. Так, здесь у нас звездочки идут. Ничего интересного. Как я вообще эти купюры откладываю? Я заменяю, я только нахожу какую-то интересную купюру.
я ее ложу в неприкасаемый запас и оттуда достаю обычную. Поэтому, видите, у меня тут много купюр со звездочками. Так, здесь уже нет ничего интересного вроде бы. Так, это пошли просто, видите, обычные купюры, я их заменяю. Да, все, здесь пошли просто обычные купюры. По сути, с этих денег я могу заработать только на таких банкнотах, если продавать их по 101 доллару. Давайте посчитаем, сколько я здесь заработал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже 10 баксов. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ну и с этих можно заработать 27, 28. О, старая купюра со звездочкой. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Там еще была одна купюра с годом. То есть 40 купюр, которые я могу продать за 101 доллар. То есть на ровном месте, можно сказать, 40 баксов можно заработать. Ребята, это применимо к любой валюте, да, к любой купюре. Можете искать на пятерках, на двадцатках, на рублях, на долларах, на евро, на гривнах. Так. Видите, у нас на долларах 8 цифр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Вот полтишок. Сколько у нас на гривне? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь у нас 7. Давайте еще проверим эти деньги. Здесь проще, да, потому что мало цифр. Так. Здесь у нас ничего нет интересного. С евро все намного сложнее, потому что здесь у нас аж 10 цифр. Я даже не хочу их проверять. Ну, просто будут вам попадаться купюры, смотрите. А вот, ребята, рубли. Был в Москве, сохранил 200 рублей. Очень мне понравилась эта купюра. Такая зеленая. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь 9. В Украине 7. В Америке 8. Здесь 9. Красивая, да? Ну, вы, конечно же, знаете. Большинство моей аудитории с России. И еще вам хотел показать одну интересную купюру с Мальдив. Вот такая вот, ребята, купюра на Мальдивах. Она с клеенки. Здесь какое-то племя, рыба, футболист. Не знаю, при чем здесь футболист. Мальдивы — это вроде бы не футбольная страна. Она, видите, с такой клеенки. Здесь прозрачная. На Мальдивах у нас раз, два, три, 6. На Мальдивах у нас 6. Здесь у нас ракушка, но это понятно. Вот, да, видите, с Мальдив. Вот такое вот, ребята, получилось видео. Я думаю, оно для вас было очень полезным и интересным. Подпишитесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что все оригинальные страницы в описании под видео. Не ведитесь на мошенников. Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем больших денег! Пока!